Так, Леня, давай уже чай хотим, Леня. Ну, в общем, сейчас будет чай. В общем, идем искать шипы. Пацаны еще где-то в форе. Черти где. А, слышишь, а подъедь люстра. А есть люстра у тебя, Паш? Да. На унимоге. Посветить, чтобы осветить ту траекторию. Я думаю, что тот, кто их туда бросал, он бросил не две, не три штучки. Идем искать шипы, короче. Так а что делать? Все равно там, во-первых, комаров меньше под водой. Ну да. Музон, конечно, не в тему тут. Это. Макса Газик тут стоит без колеса. Бородач, так а ты тоже пойдешь или что? А? Слышь, они, я думаю, далеко не бросали. Так а что, они в тапочек должны впиваться, в принципе? Где? Так, вот траектория. Мы в левое колесо загнали, я. Надо как-то идти аккуратно, в общем. Так, в общем, иду на поиски шипов. Блин, темно. Но вода теплая. Да не, ну тут на выходе-то мы их точно собрали. Так а что, тапочками тоже слышно, они ж большие. Пока не нашел ничего. Иди по правой колее кто-то. Так, пока ничего не нашел. У Лёни выпали. Так, вот это, видите, траектория. Продолжаем поиски. Не, ну я ногами полностью наступаю. Вот я в воде, вот так глубоко. Это шнур. Рыбки плавают, кстати. В болоте, да. Да. Так, пока... Пока не нашел ничего. Пока ничего не нашел. Слышите, сейчас я по той колее пройду. Да дальше глубоко там. Смотри, докуда я дошел, чтобы вы знали. Макс, иди отметку здесь, забей колышек какой-то. Ну, примерно сколько тут? 10 метров. А ну-ка, сейчас так. Не, без шорт уже дельфин приедет и пойдет. Так, ну вот. Какой-то камень на дне. Ну, пока ничего не нашел. Тут как-то мелко стало. Они где-то дальше, наверное. Да, интересно. Ну, пока ничего не нашел. Пока ничего не нашел.
Да. Значит, туда дальше. Ну, может, да, дальше набросали. Потому что Леня не поймал, есть вероятность того, что она вообще аж перед выездом. А, что с той стороны? Ну, может, да. Мы втроем туда выехали, и все три туда... И Крис туда выехал, да? Да. Ну, в общем, пока не нашел ничего. Может, это послевоенное? Да нет, свеженький. Значит, надо идти дальше. Ну, дальше не пойдем, уже так ритузы намочил немного. Хорошо, хотя эти под ритузами сухие, все что выше. Так, в общем, вот такая ситуация. Ну, по крайней мере, первые 10 метров можно ехать спокойно. Я прошел, ничего нету. Надо будет, да, если будем ехать, надо будет проходить, протаптывать все это. Может, Макс и Павел на той стороне на выходе. А кроме нас троих туда никто не выехал? Нет. Тогда вероятность, да. Ждем колесо, короче. Ну, блин, пропищал отбой в телефоне и лег. Свети, курва. И лег спать. Смотрите, у него своя кровать с собой всегда. Блять, бутылочка кока-колы под головой. Блин, она так щелкает в ухо, что капец. Ну так не щелкай, ляж, не шевелись, блин. Ты же так не уснешь, если ты будешь идти все время. Костер здоровенный сегодня вообще. Костер шикарнейший просто. Макс продолжает. Пошел 18-й час. Макс скачал программу и машет. Руслан, подойди, я тебе палкой наверну, чтоб ты не светил. Да лежите, дедушка. Дедушка, лежите. Тут, кстати, нормальное место. Возле контейнера там жестче. И голова на бровке, когда. Да нет, там у нас возле работы такой все время спит. Блин, вот это у человека ни коронавирус, ничего не берет. Между контейнерами спит себе. Причем днем жара, блин, пофиг. Всегда вкусненькая, да, есть? Да, всегда вкусненькая. Макс подсказывает. А. Все начинают там с того, чтобы типа скин донат, скиньте пару копеек, дайте на мороженое. Да сейчас привезут мороженое, не бойся. А потом вот так между контейнерами и проснешься. Там может быть, что хочешь. В одних трусах. Иди дам палкой тебе, руку. Ивана забирай, потом Дедушка Мороз, он перепутал время года и видишь, немного ему плохо. Пришел раньше, блин, чуть-чуть на полгода. Шестой месяц, в 12-м приходи, дедушка. Засыпай. Подтяжки Левайс тебе сказали, надо купить. А ежей, кстати, надо отгонять, они же колючие, падла, подползет где-то там сзади. К бородачу? Паша перевернется, блин. Леня, блин, что у тебя в голове? Выхлоп проверил. Проверил. Куда он идет? Или хватит пить чай из доса? Чай из доса. Где же там Руслан? Я тут, Пашенька. Что там? Повернись спиной, чтобы я тебе не разбил твою дурную голову. Блин, глаз у него, слышишь, как у этого. Как у акулы, аж сюда раз и так вышел, повернулся, аж возле уха был, блин, когда смотрел он на меня, когда я подходил сзади. Ты уверен, что это глаз был? Да глаз это был, ты не видел, Леня, как, знаешь, как мне страшно было, когда я к нему подходил. Он явно видел, а до сих пор у него в глазах страх. Сбоку он на тебя посмотрел? Сбоку он через ухо смотрел на меня. Беляка, ты светишь своим фонариком, поэтому тебя наверное, видно. На Руса тоже попал этот дым. Не надо. А, чешется, комары кусают. Ой, Ивана, хорошо, дым запускай, молодец. Ивана, дуй на дядю Леню. И на дядю Пашу. Как будто в баню поддали на капли, да? Да. Причем рядом с жабами. Да блин, да тогда... Как им тяжело. Они уши затыкают просто и сидят. Это самое. Говорит, Руслан ваш как муравей. В смысле? Ты лично несет какую-то фигню. Что, чай появился? Да из травы заварился вот из этой. Выйди коханая сином напханая, бородач поет. Это кукла, вот это вуду. Три длинных, три коротких. Делайте. Один длинный и три коротких. Это Руслан. Это я, бородач. Там, кажется, приехала помощь. Ну как-то долговато, конечно. Мы бы даже если качали ручным насосом, уже могли быть на борщеговке за это время. Да. В
приехали. Не наши? Ну что там? Колесо не снял? Не, так а шо, как мы снимем? В смысле, что значит, как мы снимем? А вдруг не этого не привезете ничего? Мы уже потеряли. Не, с руками, можно по правилам. Подожди, мороженое давай я подержу, чтобы оно тебе не... Чтобы ты палочкой не выколол глаз. Вот первый получается, а вот второй. Стой, мороженое давай подержу я. Первый ты спотыкаешься ногой, а второй цепляешься. Можно за шноркель, подсказка тебе, смотри. За шноркель можно хвататься левой рукой. А, это очень легко. Ну давай. Легко, я тоже. Я тоже так думал. Так, давай, это тяга к еде. Видишь, не так просто, видишь? Дай Владу мороженое, он не съест. Нет. Блин, хочет с мороженым забежать. Паша, свети. Видишь, а я забежал с третьей попытки, правда. Да, с третьей. О, видишь? Так, отдавай ему мороженое, он пусть... Попробуй с первой попытки. Снимите меня, я отдам колбасу. Колено болит, он... Блин. Где он, да? В машине? Дай ему руку. Давай я скажу. Давай. Дай... Не хочешь он жрать. Подожди, колесо не пробейте второе. В принципе, если вот так ты его будешь везде тащить по дну, там, то можно пособирать все жабы. Мне кажется, что типа даже так не ешь. Глянь, а жабы запели, как вы залезли. Ешьте, идите, вон там еда. Не, я не хочу. А я хочу. Светить я тебе. Я о шлепках мечтаю, у меня ноги замерзли. А где шлепки? Крис забрал курма. Курвер, правильно говорить. А где вода? Курвер. Как-то без контроля, блин. Сзади в багажнике. Смотри, там вроде бутылка посмотри. Так, друзья, в патруле есть домкрат, потому что я что-то сегодня вообще без инструмента, без компрессора. Сейчас мы поменяем колесо. Запаска будет вот с этой машины. Где она? Вот она. Вот такое сейчас будет колесо вести нас домой. Ну, патрулевское. Должно быть нормально все. Так, люди. А, это Макс едет уже, поменял колесо. Поставил. Короче, а нам это только предстоит. Так, Витя на месте. Макс тоже. Что с номером? Я аж заднего наперед перекину. Подымай еще. Руслан, просто сними это колесо, и я уже то поставлю. На. Сними колесо, говорит. А я не могу. Ну как ты там? Ну, классно. Куда лучше, чем мы? Курвер уже в ванне давно. О, я в ванне мечтаю. Дельфином уже трет это, полирует ванну. Макс, забираешь? Так, сейчас запаску давай. Поставим, докатку. Осторожно, там не повредите колесо. Не поцарапайте диск. Вот новая докатка, оригинальная. На, докатка оригинальная, выходи. Блин, глянь, помялась, елки. Хулиганы, конечно, набросали. А я смогу ехать на этом? Понял, оно даже еще натертое. Да? Да. Витя, осторожно, оно тяжелое, Витя. Это как ты ехал, Макс же так ехал. Уже была у нас эта история. Только там еще меньше было значительно. Колесо там было с Витары. Надо сфотографировать. Давай нальем бензина и пахнем. Этому что-то взорвать. Не доставало до оффроуда. Слышишь, может груша съездим? Я лаптежник, краснолаптежник. Недавно произошел от обезьяны. Это, блин, голубица жаба. А ты можешь закручивать вот этим ключом, смотри. Я могу закручивать твою ногой, хочешь? А покажи ему, что ты левой можешь, Витя, не только правой закручивать, пусть охренеет вообще. Господин Подтяжкин. Лучше, чем руками. Блин, а это почти 12 уже. Слышишь? Лучше, чем ты руками. Как я хочу на эту картину посмотреть. Что? Чем лучше, чем я руками, или ж?
На какую картину? На как... то, как ты сейчас будешь ехать. А, я думал, как кри... Слышь, что-то шатает. 19. Есть проблемы. Слышишь, а этот ванне, блин, сейчас уже. В теплой. А ты с ним хотел? Как Зеленский. Ты с ним хотел ванну? В теплую, да, да, в дельфин. В дельфинарии? В дельфинарии. А есть у кого-то... Этот, как, педокапкан, как ты говоришь, да? Смотри, а колесо вообще не люфтит, глянь. Пакет, он не заканчивается. Ага, ТБ-пакет опять полный. И в аду еще дали. В аду? В аду. Нагреть тебе в аду. В аду. Слышишь, что-то болтается, Витя, ну посмотри. Что-то болтается, мне кажется. Да нет, Руслан. Посмотри, нет ходовой там люфтов никаких? Не-не, все четко. А диск подходит, типа, эти болты? Диск очень. Ну, конечно, это ж патрон. Это АЗФ, да? Да, лянь какой. От БНВ. Макс, но... осторожно, не урони на Женю колесо. А куда ты... А куда мы положим его, на крышу? Груди в салон. На крышу, наверное, да. Закидывай наверх пока, Макс. Смотри, можно положить с кузову немного, а потом сбросить ему на капот. Будет как на Defender. И что нам это даст? Нам надо будет... Так сразу тогда на капот давай ложить. На Defender положим. Руслан, а? Смотри, неправильно установили колесо. Чего? Направление? Да. Давай меняем правое с левым. Ехать переобуть. А в смысле неправильно? Резину переобуть. Направление вращения. Ха-ха, не смейся. Это типа покрышку тут поставили неправильно? Да, надо ехать переобувать. Ты как Пеппи длинный чулок. Знаешь Пеппи длинный чулок? Нет. Ну вот посмотришь уже дома, когда приедешь. Это очень страшный боевик. Макс, это получается, когда ты же на монтажнике поставили колесо, это не как надо, да? А дядя, да вон, не слушай, никого не глумятся. Нет, это на ту сторону правильно, на эту нет. Ну да, направление. Это правая сторона просто, ну без разницы. Колеса грязные, Руслан. Говорил я тебе, едь, кстати, сейчас помой, там нормально это. Я ж протоптал уже. А мы Максу колесо помыли на мойке? Кто хочет, чтобы я отгоняла комаров? Все хотят. Комары хоть. Мы заехали, помыли колесо тебе на мойке. Взяли у пацанов зарядку на iPhone и не отдали. И за мойку не заплатили. Беспредельщики на черном патруле нас называют. Так вас ищут уже. И мороженое ты вынес. Мороженое я хотел там. Ну, за мороженое пришлось заплатить. Два раза догоняли. Два раза, да. Пришлось заплатить. И один раз догнали на втором светофоре, да, Эльш? Да, в общем, обстановка очень сложная. Пусть едет на домкрате, так ровнее. Ребята. Слышь, а нет перекоса у меня, чтобы меня я не выпал, просто дверь открывается в эту сторону. Поехали на грушу. Немножко это. На грушу сейчас? Да. Подожди, надо качнуть, может, его чуть-чуть. Да, я говорю, надо... Да, надо качнуть. Вы еще не накачанные привезли? Еще на монтаже? Нет, это... Это моя вообще запаска моя. Паш, давай я камеру подержу, поможешь. Не надо, иди давай, это самое, энцефалит. Давай его вначале поставим на колесо. Не суй меня. Смотри, Витя, если его приплюснуть еще с той стороны, оно в салон войдет. Раз. Что-то вообще легко. Так я говорю, кого-то наверх. Сейчас, когда будет падать, пусть на Руслана падает. Направили, блин. Сейчас оно перепрыгнет на ту сторону, мне кажется. И на Руслану на голову одеваем. Замечательно входит. Вот так и держите. Челма такая. Там радиатор, осторожно, Витя, назад надо. Так ты ж в короче, МакДрайв не заедешь, Руслан. Не ехать, да, то еще, короче, прилететь. Я только за ним надо ехать, это... Упал. Сейчас я еще разок. Подожди, еще, и твоя очередь. Да он не занимал, похоже. Давай на радиатор ложи. Все, а где мой радиатор? Там, все четко, радиатор еще... Удлинитель или вот эта штука? Да. Смотри, если оно выровняется колесо, то радиатор сползет на капот. Руслан. Блин, ну что так когда? А где мой удлинитель? Да все собрали, вот у Жеки в руках. Руслан затянул уже, давай. Руслан гайки затянул? А, вот он. Руслан, ты гайки затянул? Удлинитель или увеличитель? Не, дотянул, там еще надо... Ну это может быть и увеличитель. Три подтянуть гайки. На. Где ты, бородач? Говорю, если выровняется колесо по дороге, это самое... Да я понял, радиатор... Радиатор съедет на капот. Такой шпок. Блин. Нормально, Акин. Быстро в ужасе от него подальше. Что, ты тянешь? Да. Нормальная фотка, да. Да, 4К опять. Все. Качаем или так едем? Да качаем. Не, качаем. Так, друзья, запасочку поставили. Основное на крыше. Сейчас будем пробовать ехать.
Оно ж почти пустое было. Быстро сейчас накачает. Прикурить не удалось, надо толкнуться еще. Что-то непонятно чего. Блин, как-то запас какая-то. Номер УАЗ, куда встать? Где УАЗ? Прямо на номере. Не УАЗ, УАЗ. Да, какой номер, чтобы запас был отбит. Вот эти люди. 12. Есть 12 уже завтра или нет? 4 минуты до завтра. Нормальная пока тупка. До завтра 4 минуты. Сегодня давно уже было. Запаска на крыше. Да, классно выглядит это все. Колесо у Немога рядом. Тут и с моими рядом нормально выглядит. Так, заводимся. Не хватило длины. Чуть не завели. Пока, бородач. Уезжает. Бородач уехал. Да постой! А он не слышит тебя! Паша! Давайте глянь его! А? Нет. Дай шагом! Так, бородач меня заводит. Не меня, а у вас. Все включили. Слетело. Давай, Руслан, дёргай. Зарядка есть. Сейчас будем пробовать ехать. Но, блин, как-то мы перекошены немножко. Так, крепим запаску на крыше. Сейчас вид спереди вам. Короче, вроде колеса нету у машины. Так, если со стороны смотреть. Через капот, Витя, через капот. На радиатор не наступи. Бутылку забери, то, чтобы не потерялась. Так, я буду ехать сбоку тебя снимать. Давай. Все, поехали. Поехали. На шелло едем, да? Да. Все, я там пойду под рулем, чтобы мы могли Руслана обгонять там. Подрезать. Так, ну все нормально. Все получилось. Запаска на месте. Докатка тоже. Какая разница в колесах. Огонь, в общем. Так, ну стартанули. Такой перекосик небольшой. Ну, ехать можно. Ну, нормально тут. Можно было там шнурами пробовать что-то лепить. Ну, нормально тут не слепишь. Все равно придется переделывать. Решили накинуть запасочку и потихоньку доехать. Так, вот уже и твердое покрытие рядом. Нормально идем. Единственный недостаток — перекос в эту сторону. Кузов играет и двери открываются. Ну, сейчас будет, может, чуть ровнее, не факт, правда. Бородач он впереди. Нормально идем. Без проблем. А,
Так, а вот уже и трасса невдалеке. Можно пониже на одну выключать. Трасса. Все на асфальте, все хорошо едет, очень уверенно. Блин, у него дымит нереально, 3 литра или 4 уже масла сожрало за день. Произошло после купания предпоследнего в Нескучном. Там, скажу, даже легче ехать по асфальту, ну пока скорость небольшая, но в общем не хуже, чем с двумя большими впереди колесами. Да, давненько мы так поздно с оффроуда не возвращались. В принципе, нормально посидели. Никто никуда не уехал практически. Так бы давно уже разбежались. Так. Полная программа с костром. С историями. Нормально, еду примерно так же, как и с четырьмя одинаковыми колесами. Есть подруливание, ничего не изменилось. Бородач остановился. Там у него нормально все вроде, да. Решил посмотреть, как выглядит это со стороны. Зрелище, да, выезжает. Нет, стоит. Мы тоже остановились вон он вдалеке. Так, друзья, у Макса лопнула запаска опять. Разворачиваемся сейчас, что-то будем, было точно на бревне ехать, уже давно доехали. Запаска, конечно, лучше. Ну, камера видно уставшая, судя по тому, что ее не хотели делать сразу. Если кто-то взялся лишь бы слепить, она так и проработала. Ну, не знаю я точно подробностей, но такая моя версия. Включу. Не носятся идиоты, только что пролетел, наверное, 150 где-то по вот этой дорожке. В повороте вот в этом. Да, плохо, когда нет второй однотипной машине, видите, мне подкинули колесо, да, оно там намного меньше, но разболтовочка подходит, и это колесо, и можно ехать. Сейчас или где-то бревно тут найти будет проще, быстрее примотать. Примотать особо нечем, в общем. Сейчас что-то будем решать. Так, вот они стоят. Сейчас я где-то развернусь. А вот есть разворотик. Да, вон они стоят. Ну, есть движение даже ночью по этой трассе, первый час. Знаю, что делать сейчас.
Наверное, прыгать в быструю машину, ехать за запаской. Или бревно. Сзади с аварийкой хорошо видно все, тут и освещено. Такая ситуация веселенькая. Прячемся по карманам все. Леня, сильно не качай, потому что в фарах вода, и ты, тебя сбивает звук, понял? В этой. Ну, в этой, да, ты же с этой стороны и шатал, понял? Так шо? Ну шо, езжайте по домам, пускай газик здесь стоит, я сейчас поеду, две запаски возьму, приеду, поставлю. Так и как ты поставишь, у тебя домкрата нет? Свите, я взял домкрат. У тебя баллонника нет? Есть. Свите уже. Ты как с кем-то путаешь его? Ну, все есть. Да. Дед Мороз, ты потерялся во времени, блин. Все только анализы. До декабря 6 месяцев. И то какие-то анализы. 2017 года. Запомните это и с этим живите. Так, поехали за запаской. Руслан, все, да. Там файлами. Я поеду. Давай. Верхюэ мне на почту пишет. Поехали. За двумя запасками. Да. Едем до этого, до моста, до Южного, я еду за вами, дальше вот убасится уже. Да. Давай. Поехали. Все. Так, газик пока тут их подождет, короче. Такая обстановка, ну, все не предусмотришь. Ну, видите, колесо пробили. Ну, камера старая просто, и все, он моя. Запаска на крыше, Нива с нами. Давайте еще раз покажу, как это при освещении выглядит спереди. Должно быть видно. Вот так. Вот так это все весело выглядит. Так, все, продолжаем лететь. Макс с Витей еще поехали за запаской. За двумя решили взять, чтобы уже Леня сзади, бородач впереди. Шевроле Нива Женя впереди. В общем, нормально покатались. Я думаю, запоминающийся день таких бывает не так много. В общем, в памяти он останется. Подписывайтесь, делитесь, до встречи. Будет еще много оффроуда, интересных историй, интересных моментов. Вот Женя ждет нас. Все, полетели. Друзья, еще не все. Я думал, приключения завершились. Не, у меня вроде ничего. Леня что-то брынчало и теперь не заводится. Так. Не, заводится. Женя перегрелся, где-то сзади отстал. В общем, такая вот обстановка. Сейчас ждем его. Столичное шоссе. Левый Мерседес, Мазерати, джип, Опель, все тут. А мы летим на докатке. На трех нормальных колесах. Все стабильно, температурка держится, печечку включили. Датчик сломался еще. Включение вентилятора. Огонь покатались. Еще такой движ. Вон люди останавливаются.
Какой-то драг рейсинг справа, не знаю, там такая дорога, ну может сделали, была раньше убитая, промзона. Движение в Киеве идет круглосуточно, машин как для второго часа ночи и выходного дня достаточно много. Эвакуатор еще какой-то, ну короче. А вот уже и наш мост. Уходим направо. Вон и левый берег на горизонте. Город спит. А мы едем с оффроуда. В общем, друзья, я в зеленой мечте. Мега у вас выглядит вот так. Долетел удачно. Без приключений, все хорошо. 2 часа ночи. Оффроуд точно теперь завершен. Всем пока, подписывайтесь, пишите комментарии. До встречи.